Воскресение Христа — это сущему гимн, это веры глубокой основа. Потому мы о Боге живом говорим и поем о нем снова и снова. Мир не верует в жизнь, ставят ленье в пример, все, мол, кончится в день погребения. Но Христос воскресением своим опроверг философию смерти и тления. Он воскрес и пасхальную радость принес в мир, где часты и грозы, и смерчи. И теперь вечно сущий великий Христос нас ведет жизни вечной навстречу. Нас ведет жизни вечной навстречу. И он положил на меня десницу свою и сказал мне: не бойся, я есть первый и последний, и был мертв, и вот жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти. Он воскрес и пасхальную радость принес в мир, где часты и грозы, и смерчи. Теперь вечно сущий великий Христос нас ведет жизни вечной навстречу. Нас ведет жизни вечной навстречу. Воскресение Христа — это сущему гимн, это веры глубокой основа. Потому мы о Боге живом говорим и поем о нем снова и снова. Воскресение Христа — это сущему гимн, это веры глубокой основа. Потому мы о Боге живом говорим и поем о нем снова и снова.